London's Covent Garden, 100 years ago. On a rainy afternoon is where we start our show. A rich well-read professor will shelter from the rain with the common flower girl, who he'll soon meet again. Can he make her lady? And if he can, then how? Will he change her life for her? We'll find out here and now! Нет, это та девчонка, которую я встречал вчера вечером. Она нам не нужна. Уходите. Не задирайте нос раньше времени. Вы же не знаете, зачем я пришла. Я приехала на такси и пришла брать его с уроки. И платить за них собираюсь, не сомневайтесь. Пикеринг, нам ее лучше пригласить или выдворить. Как мы поступим с этим куголом? Пожалуйста, присаживайтесь и скажите, что вам нужно? Я хочу стать леди. Он сказал, что может сделать из меня леди. И вот я тут и готова платить ему за уроки. Но стать леди вы сможете работать в хорошем цветочном магазине. Вы согласны? О, я думаю, было бы лучше переговорить мне с девушкой с глазу на глаз. Не знаю, смогу ли взять заботу о ней, соглашусь ли на эту затею. Очень хорошо, миссис Пирс. Возьмите ее и вымойте хорошенько. Вы просто грубиян, и не останусь здесь, если мне не понравится. He's scanned by, but the others he's scanned by. Money can buy, that is true. It can be people care for you. There are some comforts kids can bring, but money isn't everything. But money isn't everything. Как смешно. Что тут пришло, ваш молодой человек? Держу пари, я сказала так надо. Надеюсь, в этом году не будет неожиданного похолодания. Кругом столько случаев инфлюенции, а наша семья так подвержена ей, каждый год заболевает. Моя тетя померла, так тоже говорят, от инфлюенции. А мое такое мнение. Пришили старуху. Пришили? Что это значит? О, это модное советское выражение. Пришить человека значит убить его. Вы серьезно думаете, что ваша тетушка кто-то убил? Великое дело. Да эта публика могла пристукнуть ее за шляпную булавку. Не то что за целую шляпку. Не забывай, что ты одна из этого общества. Представь себя в лучшем свете. Я постараюсь быть на высоте. Я скоро вернусь. Профессор, профессор, вы помните меня? Нет, не могу припомнить. Я ваш бывший ученик, этот самый Непома. Вы не можете не помнить меня. И что же вы делаете среди всех этих важных особ? Я говорю на 32 языках, поэтому я важный человек на всех международных встречах. Мне очень приятно встретиться вас здесь, профессор. О, извините, не нужно идти. Мы сможем поговорить с вами немного позже. Этот парень такой знаток. Может быть, он сможет определить, что Элиза не представительница высшего общества. Если он действительно такой знаток словесности, то я могу проверить свой пари. Вы нервничаете, мистер Пикеринг. Даже сказал бы очень. Это как мое первое сражение. У меня это не первый бал. Я уже сотни раз побывала на таких балах, в моих мечтах. Это как будто сон для меня. Пожалуйста, не будите меня, пока я не проснусь. Полковник, это ваша приемная дочь. Она произвела огромное впечатление на нас всех. Мне помогло ей очарован. Я хотел бы знать, кто-то леди. Вы когда-нибудь видели прессу? Просто слово «пожелаешь». Не английский, все решения. Она выглядит как настоящая леди. Давайте подойдем поближе. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы говорите на прекрасном английском. Ваше произношение, как у самой королевы Виктории. Я уверен, мисс Дулиттл завела нас в заблуждение, ваше высочество. Она не англичанка. Нет, нет, я с вами не согласна. Ее английский безупречен. В том-то и дело, он слишком совершенен. Только иностранцы, которые обучались английскому, говорят так безупречно. Она из Венгрии, и, конечно, королевская крови, как и я. Is it pretty? Is it grace? What makes a lady? Is it something in her face? Is she a lady? If you have something isn't right. Is she a lady? If she's not always polite. The answer is simple. Just what is it to you? The way that you treat her.
Chico will soon start to shine through. Treat her like a lady and you will realize you see only when you look in her eyes. Говорит, что спектакль сдан. Простите меня, но премьера будет. Хотите премьеру? Конечно. Ой, кто так хочет премьеру? Господи. Они просто никогда деньги за это не получали. А чтобы получали, говорили по-другому. Ну, в любом случае, спасибо всем службам.